Состоялась отчетная конференция ветеранских организаций района. Совет ветеранов отчитался за работу в 2016-2017 году. С отчетным докладом выступил председатель районного совета ветеранов Алексей Волков. Он отметил, что основными направлениями работы совета оставались защита социально-экономических прав людей старшего поколения, привлечение их к содержательной общественной и политической деятельности, совершенствование взаимодействия с органами местного самоуправления. В настоящее время у нас созданы и функционируют комиссии по организационно-правовым, медико-социальным, культурно-массовым направлениям, воспитанию подрастающих поколений в духе патриотизма, духовно-нравственного воспитания. Перечисленные комиссии возглавляют член районного совета ветеранов. Работа районного совета ветеранов велась в соответствии с федеральным законом о ветеранах, в соответствии со планами областной ветеранской организации, уставом района ветеранской организации, решением и постановлением текущих пленумов и заседаний президиума. С приветственным словом к делегатам конференции обратился глава района Алексей Валов. Он отметил, что ветераны ведут большую работу с молодежью, уделяют постоянное и пристальное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения, активно поддерживают нуждающихся. Я всех вас прошу и очень настоятельно прошу, подумайте над всей своей жизнью, над всеми перипетиями, над всеми нюансами, которые вас выстрадали такими активными, жизнелюбивыми и желающими работать дальше во имя своей страны и дать эту практику подрастающему поколению. В этом деле я знаю. Спасибо вам. Ветеранские организации Щелковского района объединяют в своих рядах почти 20,5 тысяч членов. Среди них 183 участника Великой Отечественной войны, более 70 инвалидов, около 800 ветеранов боевых действий. Основу организации составляют ветераны труда, их в организации насчитывается около 10 тысяч. Делегаты отчетной конференции положительно оценили работу районного совета ветеранов и приняли к сведению отчет ревизионной комиссии. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».